30 августа на Аллее Славы развернулась творческая мастерская «Под открытым небом». Преподаватели и воспитанники детской художественной школы «Школа искусств» занимались любимым делом и учили своему ремеслу всех желающих. Благо, погода в субботний день вдохновляла на творчество. Мы, преподаватели детской художественной школы, собрались здесь на аллее для того, чтобы провести мастер-классы. Вот у меня живопись маслом. Скажем, другой педагог расписывает, скажем, доски в стиле хохломской росписи. Кто-то делает свистульки. В общем, каждый занят и показывает свое мастерство. Работа маслом, роспись досок, патинирование заготовок или даже сотовых телефонов. Спокойное, размеренное писание картин, а рядом десятки желающих попробовать на себе роспись хной. Многие побывали в роли модели и получили в память об этом дне свои портреты. Любой человек мог найти что-то интересное для себя в городе творчества. Мы с удовольствием принимаем участие в праздновании Дня города, в мастер-классах, устроенных для деток. Очень приятно присутствовать, участвовать. Вот ребенок сделал резиночку из соленого теста, поделочку, сидит, занимается свистульками. Дальше можно пойти порисовать, очень она хочет. Принесли с собой даже для творчества бумагу с гуашью. Очень замечательный праздник. Поздравляю с Днем города жителей, желаю процветания нашему городу. Среди многочисленных мастеров кисти в творческой мастерской «Под открытым небом» можно было встретить заслуженных художников России. Анатолий Кульпин рассказал нам, что его вдохновляет в этот солнечный день и как проходит его пленэр. Настроение у меня, правда, с утра было не очень. Меня залили с утра соседи сверху. Но настроение все равно передается от народа, от людей. Праздничное, веселое настроение. Поэтому я тоже забыл о том, что было с утра, и мне вроде бы неплохо. В это время, когда перед 1 сентября, особенно, конечно, и люди возвращаются из отпусков отовсюду, и почувствовать вот это праздничное настроение в нашем городе, я думаю, это замечательно. Люди должны отдыхать. Это, мне кажется, прекрасный отдых. Поэтому поздравляю всех горожан с этим замечательным днем, днем города. Всем желаю успехов, удачи, здоровья. Должны все отключаться, как бы. Вот праздничное настроение должно присутствовать. Наталья Журавлева, Петр Куприянов, Новости Новочебоксарска.